В среду облачно с прояснениями, ночью по западу, а днем на большей части территории страны пройдут дожди. При влажности 90% ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман, ухудшающий видимость до километра. Ветер южный, днем с переходом на западный, умеренный. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти. Температура воздуха к 8 утра составит от плюс 3 по северо-востоку страны до 7 тепла по юго-западу. Но с учетом повышенной влажности и ветра, по ощущениям, будет на 2-3 градуса прохладнее. К середине дня воздух хорошо прогреется. По западу будет плюс 7. В Витебске на градус выше, а в Гомеле и вовсе до плюс 11. К вечеру температура останется положительной. На столбиках термометров от 5 градусов тепла по юго-западу до 10 по юго-востоку. Теплая и дождливая погода ждет нас и в четверг, а вот в пятницу температура воздуха немного понизится. Ночью минус 1, плюс 6, при длительных прояснениях до 3 мороза, днем от плюс 4 по северо-западу до 13 в юго-восточных районах. Ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром по северу возможен мокрый снег.